А в Киеве улицы опять заполнены нацистами. Накануне там прошел марш по случаю 75-летия создания украинской повстанческой армии. Портреты Бандеры и Шухевича вывешены на стенах киевской мэрии. Шухевич, Бандера! Герои Украины! УПА – это та армия, которая устроила Волынскую резню. Та армия, члены которой служили в дивизиях СС. Это каратели. А теперь президент Порошенко произносит в их честь торжественную речь. Для большинства наших дедов и прадедов. Для большинства наших дедов и прадедов война закончилась в мае 45-го. Но не для воинов УПА. Их борьба с коммунистическим тоталитарным режимом продолжалась еще более 10 лет. Вот кто, по мнению Порошенко, был жертвами Великой Отечественной войны. Бандеровцы, фашисты. В Европе, куда так стремятся сегодняшние правители в Киеве, Украина, це Европа, это тоже видят, и восторга там это не вызывает.